Поздравляю всех с победой. Готовились как не успели после Сочи посмотреть Байер. Прилетели сюда, вчера была теория, смотрели, ну, час 15, наверное, где-то. Спасибо большое Палычу, что мы разобрали каждого игрока и знали, как они взаимодействуют, что они очень много владеют мячом. Поэтому мы очень организованно и собранно сыграли сегодня в обороне. Заслуга всей команде, большое спасибо. Каждый бился на поле. Эмоции. Защитником центральным он мне очень сильно попал. Сначала очень сильно испугался, но потом как бы разбегался и стало лучше. Ощущаю себя сейчас, ну, без сил, конечно. Я не знаю, в курсе ты или нет, но последнюю гостевую победу в Лиге чемпионов «Локомотив» одержал, когда тебе было 6 лет. Это 2002 год. Ну, наверное, тогда я смотрел еще и по телевизору такие матчи. Даже не мог представить, что я буду играть на таких аренах. И спасибо Всевышнему, что дает такие мне шансы. И дай бог ими дальше пользоваться. Отдельно хочу сказать ребятам, это нашим травмированным, Лёшке и Антошке. Ребята, поздравляю вас также с победой, выздоравливайте, и это победа для вас. Я сегодня видел, как Антон выходил на поле, и у меня чуть у самого слезы не пошли. Поэтому, Антоша, Лёша, выздоравливайте, нам вас не хватает. С вами был супер уставший Дмитрий Баринов, который забил сегодня победный гол. Принес нам победу. Спасибо, Дима.